Народ, всем привет, всем доброго утра. С вами снова Ольга Романова, училка физкультуры в Эмиратах. Сейчас идем на завтрак. Ночь прошла нормально, но немножко было душно, а кондиционер мы выключили, чтобы не простыть. А ну что еще, немножко мешал шум кондиционеров, которые находятся внизу отеля и охлаждают здание. У нас 10 этаж, и все равно это немножко мешало. Вот, сейчас идем на завтрак. Посмотрим, чем нас удивит завтрак сегодня. Вот. Большие окна. Вам не видно, наверное, да? Вам не видно, а за такие шикарные виды. Мы идем на завтрак. Начинаем наш второй день в отеле Radisson Blu Abu Dhabi Corniche. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, поехали. Вот снова мы заходим на завтрак и смотрим, и здесь уже какая-то еда даже лежит. Булочки, круассанчики, фруктики. Интересно. Такие салатики делают. Арбузик, виноградик, дынька. О, соки. Интересно. Кофе. Вот вчера кофейные машины уже не работали, нам приносили откуда-то из помещения. Чаи. Вот единственное, вот, наверное, скажем, единственный минус ресторана, что здесь прохладно. Здесь шапочки, кофточки. Ну, как я и говорила, лайфхак это нужно брать обязательно с собой какую-то теплую вещь, если вы выходите в мор, в кафе, куда-то, чтобы, не дай бог, не простудиться. Ну, посмотрим, как сейчас все пройдет. Интересно, завтрак совершенно другой. А вот меню принесли. А, то есть сет 1, выбор, что вам приносят. Сет 2, выбор, что вам приносят. Сет 3. Ну вот начнем с первого. Что у нас здесь? Черный кофе, капучино, черный чай или зеленый чай. Дальше Baker's Basket, корзиночка с хлебом, видимо. Дальше масло, джем и бед. Фруктовый салат, йогурт. Дальше всякие сыры. А дальше идет фасолька. И яйца на ваш вкус. Звучит прикольно. Яйца на ваш вкус. Это значит, наверное, омлет или вареные. А вот внизу описание. Или жареные. Понятно. С томатом на гриле, с помидорчиком на гриле, со всякими наполнителями типа бекон, курочка. Угу. Идем дальше. Что у нас? Второй сет. Сок. А в первом был сок. Был сок, каша. Курочная каша. Сок. Дальше то же самое. Набор кофе, чай или что-то еще. И дальше все идет. И корзиночка с хлебом, и джем, и йогурт, фруктовый салат. А здесь главное основное блюдо. Корнфлейкс. А, это хлопья. А, это всякие хлопья. И каша. Дальше яйца уже как везде, во всех наборах. А здесь хумус, лобне и оливки. То, что отличает от первого и второго сета. Вообще очень интересно, сейчас подумаем. Наверное, первый сет. Народ реально в ресторане какой-то дубарь. Хорошо, что я в шапочке, я в шлицовочке и в кофточке. Наташка вообще пошла за кофтой, за второй. То есть действительно, если вы в каком-то молле, кафе, ресторане, берите с собой в Эмиратах всегда кофточки, потому что дубарь здесь редкостный. Вот такой вид за окном. Вам, наверное, не видно. Вот вид за спиной. Люди уже кушают. Вот, заказали мы омлетик из всех видов яиц. Сейчас посмотрим, снимем вам весь завтрак, поглядите, как оно там. Ну, хорошо, что я в шапочке, действительно. О, холодрыга какая. И первую часть нашего завтрака, несмотря на то, что мы сок не заказывали, нам сок принесли все-таки. Арбузики, виноградики, дынька, варианты хлеба и почему-то один джем, одно масло. Странно, как мы вообще должны его делить? Непонятно. Вот и прибыло основное блюдо. Сосиски, бекон, фасолька, омлетик, какая-то штучка еще жареная.
сделали замечание насчет джема, сказали, вам нужно два, сейчас принесем, два, не вопрос. Так что всем приятного аппетита, доброго утра, хорошего вечера, подписывайтесь. Все, покушаем сейчас. Нам принесли кофеек, и, кстати, вот мы расковыряли тарелочку с хлебом, а тут круассанчики, кексики, все очень вкусно. Правда, Мохаммед спросил у нас, Мохаммед это, наверное, главный, судя по его черному пиджаку среди официантов, спросил, почему нам холодно, мы же из Украины. Ну, ты же не знаешь, что мы должны жить в холодильнике, правильно? Честно, у меня многие мои коллеги это спрашивают. Ну, холодно, действительно, мы замерзли, попросили сделать кондиционеры меньше. Ну, завтрак очень приличный, нам очень нравится. Мы наелись, нам даже хотели дополнительно дать какую-то порцию омлетики или ветчинку. Ну, мы не хотим. Так что все здесь очень вкусненько. Взлетаем вверх сейчас и смотрим. Такой большой-большой Emirates Palace отель. А вот появляется, нет, это не Тадж Махал. Это резиденция президента. Хочу вам еще рассказать про нашу ванную. Ну вот, что из минусов. Стекло здесь, видите, пол стекла. Здесь стекла нет. И вода выливается, конечно, когда моешься, очень неудобно. Даже если полотенце лежит. В общем, дома так у себя никогда не делайте. Дальше идем с вами. Из плюсов, что есть. Сушить вещи такая штучка. Берем ее, тянем. Тянем вот сюда вот. Доставить ее еще и не вылететь отсюда. Ставили, все, можно сушить купальнички. То есть вот такая веревочка. Купальники, масочки можно сушить. Сейчас заберем ее отсюда. Покажу другого интересного. Контента много. Так, что есть? Есть три опции. Краник, душик. Большой душик неожиданный, который испугал меня вчера. А здесь просто крутится. В одну сторону горячая вода, в другую холодную. Здесь вот сейчас оно выключено. Туда краник, потом душик, большой душик. Я случайно вчера взяла душик и крутанула. Из большого душика на меня полилась. Действительно, я так испугалась немножко. Потому что душ-то у меня в руке был, думаю, откуда льется. Так что пока мы с этими опциями разобрались, было весело. А что еще сказать? Из приколов есть вот такая аудиоштучка. Оно вещает. Вчера я пошла в туалет, и Наташка выключила телевизор. Ну как, сделала звук, приглушила, потому что она на Viber кому-то что-то надиктовала. Прекрасная колонка, которая быстро переключила мне все вещание с телевизора в туалет. Я просто, у меня чуть телефон там из рук не выпал. Думала, кто это, кто здесь? Так что номер очень современный. Вот, стою я в ванной, вам снимаю видео. Всем привет! Мы завтыкали, оказывается, полотенце можно брать на рецепции отеля. Так что сейчас нам девочка даст полотенце, не надо было переть свои из дома. О, два полотенечка. Thank you. Взяли полотенце, идем на пляж. Вот сразу вошли уже. Уже знаем куда, стоять не нужно. Температуру измерили, направление. Смотрим пляж, какой же он большой, и снова очень много мест, то есть наоборот, очень мало места занято. Все это свободные места, хотя сейчас мы так припозднились, 9:30, но вчера вечером было тоже мало людей. Бассейн. Сейчас покажу вам, стану просто здесь. Хорошо, никого нет, можно снять. Если бы местные женщины купались, конечно, снимать нельзя было бы. Небоскребики. Плаваешь напротив небоскреба. Большой длинный бассейн. Идем дальше по дорожке. Вот душ кому надо. Вчера мы почему-то его искали. Нам показали, где после моря. Хижинка, где продаются спиртные напитки. Вот алкоголь. Да-да-да, в Эмиратах он тоже есть. Снова небоскребы, пальмы, чудесный вид, людей мало. Шикарно. Всякие смузи здесь есть, соки. Так, цены, вот, beer basket.
корзиночка пива. По-моему, там 5 бутылочек. 150 дирхам. У нас в отеле, по-моему, 120. 150 это недешево. Дальше. И здесь счастливые часы есть. Есть какие-то бутылочки коктейлей по 23 дирхама. Смузи. Вот заходим на пляж. Ступенечки и песочек очень белый. Песок очень здесь нравится. Ребята играют в сквош пляжный. Вот снова показываю. Все места практически свободны. Бери какие хочешь. Полежим немножко, нагреемся после завтрака в холодном ресторане. Море шикарное, сказочное. Пойдем что-то интересное замутим. Ух, красота. Знаете, песок такой белющий, что у меня ноги от этого белые прям. Стопа белая осталась. Белющий песок. Класс. Вообще идти по нему одно удовольствие. Вот показываю снова. Класс. Никого нету. Шикарно. Далее самое интересное, что я нашла и замутила, это острый камень в конце пляжа. Я умудрилась порезать свою ногу, но, слава богу, на пляже всегда есть спасатель, у него есть аптечка. Мне обработали рану, наклеили лейкопластырь. Короче, было весело. В общем, будьте осторожны. Народ, кстати, еще один лайфхак отеля, что вы взяли полотенца на рецепции. Не надо их обратно нести туда, не надо сдавать, просто бросаете полотенца в такую штучку, все. Там целая куча полотенец, не надо ни перед кем отчитываться, очень удобно. Это лайфхак не как переть полотенце, а просто что вы принесли полотенце, покупались, помылись, вытерлись и все, и полотенечко оставили, не надо мокрое тащить в номер. Так что супер. Еще раз большой плюс этого отеля. Ай, красиво. Пальмы, небоскребы. Пойдем-ка туалет посмотрим. Вот так спускаемся вниз. Тут что-то строят пока еще. И вот в туалет ведет такая лесенка. Придется преодолеть какое-то количество ступенечек. Вот заходим в туалеты. Тут три кабинки. Мойка есть. Сушилки есть. Идем дальше в раздевалочку. Посмотрим. Ну пусто, слава богу. Ага. Душевые кабинки. Так, открыты, работают. Полотенечки есть, бумага есть, мыло есть. Смотрим шкафчики. Смотрим шкафчики, они все с ключиками. Ну вот показываю, здесь ключики есть, а у многих уже нету. Откроем шкафчик, посмотрим. Кто-то еще и забыл что-то. Прям вообще фартит, не знаю как, можно брать. Ну, лавочка маленькая. Ключиков два, кстати. Не знаю, зачем два. Может, когда вдвоем приходишь. Ну, вот такая раздевалка небольшая, но здесь никого нет. Думаю, все просто переодеваются в отель. Еще можно купить мембершип, то есть членство. И будете просто приезжать и наслаждаться. Снова возвращаемся на пляж. Смотрим, как красиво. И видим вот такое вот большое такое сооружение. Это на самом деле апартменты Fairmont. Их можно приобретать. И слева Marina Mall. Вот уже идем в отельчик зализывать наши раны. А хочу вам показать мозаику в переходе. Галеры такие интересные. И здесь галеры. Просто очень красиво. Еще ничего не отколупано. Цельная мозаика. Идем, где посмотрим, что дальше. Дальше форт. Красиво как форт. И переводим наш взгляд на... Так думаешь, здесь жизнь бедуинов показана. Бедуины были охотниками.
искали воду в пустыне, еду. Вот. Жены, дети. Красивые мозаики такие. Какой-то новый переход, новье какое-то. Вон еще. Красивое здание. Возможно, какое-то известное здание в Абу-Даби, я не знаю. И еще красивое здание. Вот мусорочка есть, есть куда бросать мусор. И всегда в конце переходиков фонтанчик, что очень радует, как символ, что вода в пустыне очень важна. Фонтанчик, денежек там вроде нет. Мы проверяли сегодня, денежек нет. Никто не бросает, но мы тоже не будем. А вот уже наш отель Рэдисон. Пойдем домой.